Как всегда в Таджикистане, стражи правопорядка его же и нарушают и забирают жизни обычных таджиков. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого важного. В автокатастрофе, произошедшей 21 июня в Душанбе, в результате которой погибли 4 человека, в том числе 3-летний ребенок, обвиняют майора милиции. 23 июня столичное управление внутренних дел в своем официальном заявлении сообщило, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 38-летнего сотрудника ГАИ МВД Таджикистана Урузбека Хабибзада. В прокуратуре Душанбе сообщили, что он задержан и заключен под стражу. В отношении майора милиции Хабибзада возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Она касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые повлекли ранение или гибель. В части 5 этой статьи предусмотрена санкция в отношении лица, которое совершило нарушение правил дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо не имеющего прав на управление транспортным средством, повлекшее гибель двух и более человек, лишение свободы от 10 до 15 лет. Это ДТП произошло вечером 21 июня рядом с рестораном Чаманару в Душанбе. Как указано в сообщении УМВД по городу Душанбе, Орзубек Хабибзада ехал на автомашине марки BMW со скоростью более 100 км в час и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz. В результате в ДТП погибли водитель и трое пассажиров Мерседеса. 22-летний Юсуф Забиров, 30-летний Назим Шарифов, 34-летний Махмад Рахим Нематулоев и его 3-летний сын Махмуд. Получил ранение и один из пассажиров BMW, 42-летний Сухроб Султонов. Но бурное обсуждение в социальных сетях вызвало не само ДТП, а изменение информации о номере, установленном в автомобиле BMW, водитель которого и спровоцировал ДТП. 22 июня столичная УМВД опубликовала несколько фотографий с места происшествия и указала, что на BMW установлен транзитный номер CO-496J07. Однако свидетели происшествия написали в комментариях, что на автомобиле был не транзитный номер, а постоянный регистрационный знак, и большинство свидетелей называло цифры 3 единицы. 23 июня УМВД по городу Душанбе в своем новом сообщение признало, что на автомобиле BMW X5 2015 года выпуска был установлен госномер 3 единицы WA01. Причина, по которой власти пытались скрыть номерные знаки автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП, неизвестно. И в любом случае, теперь любая официальная версия будет вызывать сомнения. В прошлом году на дорогах Таджикистана было зарегистрировано около 1100 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 416 человек. Более 1000 получили ранения. Как вы думаете, почему правоохранительные органы скрыли реальный номер машины? Может, они хотели просто замять это дело? Как вы думаете? Напишите свои предположения и отношения ко всей этой ситуации у нас в стране. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.